Привет подписчикам и всем, кто смотрит мои видео. Тут мы коротко разберемся о симптомах и неисправностях датчика ДМРВ, как ее проверить и так далее. Также коротко и по-простому разберемся в теории, зачем именно датчик обязательно в двигателе, и вы будете вооружены знанием. Знание – это сила. Некоторые горе-мастера вообще понятия не имеют об этом и работают только по опыту, вслепую. Наступает время, когда мы замечаем, что наш двигатель работает нестабильно. Появляется трение, заметный перебой на холодном и на горячем. Загорается значок ЧЕК. Диагностируем двигатель и видим, например, ошибки пропуска воспламенения в цилиндрах или вот эти ошибки. Эти ошибки говорят о наличии неисправности в работе ДМРВ, датчик массового расхода воздуха. Что такое ДМРВ? Это датчик в современных двигателях, который контролирует количество воздуха, который поступает в камеры сгорания. Как мы знаем, воздух, кислород, камеры сгорания необходим для того, чтобы бензин там возгорался и сжигался. Без воздуха никуда. Там, где нет кислорода, разжечь огонь, костер никак не получится. Существует в основном два вида ДМРВ. В ДМРВ с нитью чувствительным элементом является тонкая проволока, нить из платины. Этот датчик расположен в впускном тракте после воздушного фильтра и до дроссельной заслонки в потоке воздуха. Ток электричества нагревает нить, воздух ее охлаждает. Электрическое сопротивление нити зависит от ее температуры, а температуру сбивает поток воздуха. Следовательно, поддерживая температуру нити электрическим током, можно рассчитать и так делать вывод об объеме проходящего через впускной тракт воздуха. Сейчас мы поговорили об нитевых датчиках ДМРВ, но более современных автомобилях чаще устанавливают пленочный ДМРВ, и суть работы этих датчиков похожи. Датчик температуры входящего воздуха монтирован в корпусе ДМРВ и также измеряет значение температуры воздуха. Отправляет эти данные в бортовой компьютер. На основе этих данных бортовой компьютер определяет плотность воздуха и, исходя по заданному алгоритму, рассчитывает и регулирует объем впрыска топлива в камере сгорания. Как мы знаем из моих предыдущих видео, соотношение бензина и кислорода в камере сгорания точно должно равняться 14,7. И это соотношение контролируется и регулируется разными датчиками с помощью бортового компьютера автомобиля. Обязательное равенство воздуха и бензина 14,7 в камере сгорания обусловлено тем, что именно если точно таким соотношением подается количество этих двух компонентов, только в этом случае мы получим максимальную мощность двигателя и минимальное загрязнение окружающей среды. И это доказано по-научному. Конечный итог. Качество смеси топлива и кислорода перепроверяется кислородным датчиком, лямбда-зондом. Передает информацию в бортовом компьютере, и если что-то не так, бортовой компьютер автомобиля автоматически по заданному алгоритму начинает регулировать качество смеси. Если после регулировки качество смеси улучшается, это хорошо, но если нет, тогда причина кроется в поломке какого-то датчика или деталя в двигателе. Двигатель в это время переходит в аварийном режиме работы, загорается на приборном панели значок ЧЕК, и это нам говорит, пора идти в мастерской исправить поломку.
И вот главной причиной этого может быть неисправный датчик ТМРВ, но и другие узлы и детали тоже. Если диагностика показывает вот эти ошибки, то искать неисправности нужно начать с именно с датчика ТМРВ. Вот и главные симптомы о неисправности этого датчика. Также основные признаки неисправности ТМРВ – потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, плавающие обороты мотора. Когда двигатель троит и работает неровно, такие ошибки вообще может не показываться. Но когда компьютерная диагностика говорит о бедном или переобогащенном топливном смеси, то не исключено, что виновником в этом датчик ТМРВ. Существует несколько способов самостоятельной проверки в домашних условиях амплитудных и частотных ТМРВ. Способ первый. Отключение расходомера воздуха ТМРВ. Для этого нужно отключить этот датчик от разъема и завести мотор. Контролер получает сигнал и догадывается, что ТМРВ отключен или поврежден, и переходит в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если двигатель после отключения ТМРВ работает лучше и более резво, не глохнет, это значит, датчик неисправен и требуется его ремонт или замена. Способ второй. Это установка исправного датчика. Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт старого ТМРВ. Способ третий. Визуальный осмотр. Для этого нужно снять хомут, удерживающий кофру воздухозаборника, и смотреть внутренние поверхности кофры и датчика. На них не должно быть следов масла и конденсата. Поверхность должна быть в сухом и чистом состоянии. Если там грязно и следы масла, с большой вероятностью датчик ТМРВ тоже грязный, и нужно ее осторожно почистить или заменить. А то через грязный датчик портовой компьютер получает некачественный сигнал. Способ четвертый. Определить напряжение на ТМРВ. Узнать напряжение можно компьютером, диагностической программой или с мультиметром. Параметры оцениваются так. Смотрите внимательно. Способ пятый. Проверка диагностика компьютером или сканером ELM-327. Где еще можно купить ее, ссылку оставлю ниже в описании. Для множества марок автомобилей значение массового расхода воздуха должно быть в пределах от 2 до 4. Если значение меньше 2, причиной неровной работы двигателя может быть не только поломка датчика ТМРВ, но и подсос лишнего воздуха в двигателе. Так что следите за этими параметрами. Думаю, данное видео будет полезным для многих, и пишите в комментариях, если оно вам помогло и в чем именно была причина неполадки. Прошу подписаться на канал, не пропустите другие видео и ставьте лайк. Также жмите на колокольчик. Спасибо всем за внимание и до встречи.